Итак, я приглашаю в ринг первых бойцов. А это весовая категория до 71 килограмма. Итак, повстречаем. Вот Никита Янчук, город Хабаровск. И против него будет участвовать боец, который в красном углу. Это Игорь Ломакин, город Биробиджан. Один бросок у кого-то нравится. Ну что, друзья, сегодня нас очень много здесь, это очень радует. Я хочу услышать еще раз аплодисменты. И первое, у нас будет драка по версии классика, классическая драка. А многие знают, что это такое, да? Но чуть позже я объясню, не буду затягивать. Давайте поаплодируем нашим первым спортсменам! Самое главное, не скрещивайтесь. И, господин, очень важно. Готов? Готов. Первый раунд. Бой! Никита! Хорошо! Молодец! Молодец! Никита! Игорюшки не работают. Старт! Готов с тобой. Ну что, вот и закончился первый раунд. Давайте поаплодируем нашим ребятам, городу Хабаровску. Я знаю, что сейчас здесь в зале
очень много именно приезжих из города Хабаровск, наших друзей. Они сегодня болеют не только за своих, но я думаю, что многие приехали посмотреть на голландцев и еще на спортсменов, которые приехали сегодня сюда к нам. Но я хотел бы дать слово Дмитрию Дзюгалову. Он расскажет немножечко, что такое классическая драка. Регламент боя. Три раунда по 3 минуты. Минута отдыха. Разрешены действия. Бокс в полном объеме. Кикбокс в полном объеме. Удары колена. Броски разрешены только со стойки. Партнера нет. Оцениваются броски со стойки. После броска останавливается поединок и продолжается бой. Второй раунд. Раунд. Да. Основатель.
мимо попадаешь, мимо. И ногой на голову заканчивай, руки на бок дай. Ногой на голову заканчивай постоянно. Типа да, когда я вижу. Парни, третий раунд. Ой! Поддержим аплодисментами спортсменов. Гусеву Николаю Николаевичу, директор филиала электрические сети